Ну и злобный же ты, гад! Мимир, почему у тебя в глазах кристаллы Бифреста? Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. А больно?
Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно, все, молчу. Отец, посмотри на это. Куда дальше? За мной, Атрей. Сейчас вернусь.
сразу. Пойдем. Куда дальше? Жаль, мамы здесь нет. Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение.
Отдай! Берегись!
Справа! Исчезла.
может быть, стоит отступить? Отец! Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Рокстола Валкерс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхалла ждет. Я должна вернуться. Что-то вроде тайного зала собраний в Мидгарде. Валькириям нужно было место для встреч, укрытое от взгляда Одина. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка не зря гласит: «Вся отец видит все». Где это? Помните зал восьми тронов? Вроде да. Мы много разных мест повидали. Он слева от двух статуй гребцов.
Я не узнал его в тот раз. Не был уверен. Мы выяснили, что стало с вальпириями? Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит. Посмотрю, что впереди. Yes!
За тобой, Драугар!